Берегитесь. 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 Бам! Я могу сдержать. Отчиняйтесь!
товары и услуги. Ты умеешь торговаться? Thank you.
Том Чумы не прекращает исследования. Помоги нам собрать реагенты для новейшей формулы. Five, four, three, two, one. Итак, Дом Глаз наконец прислал кого-то убить меня. Что ж, можете попробовать. Кошмары, которые таятся здесь, быстро одолеют вас. Чума Страдамы будет моей. Дом Чумы не прекращает исследования. Помоги нам собрать реагенты для новейшей формулы.
Ох, всем привет. Включился стрим. Нихуя себе. 5, 4, 3, 2, 1. Бля, если Дэн придет и начнет чайку угорать, я ему ничего не скажу. Такой кринж свалить можно. В записи посмотри потом. Я не буду с ним сидеть. Почему? Я буду играть. Хочу играть. Не, он рядом сядет. А, ну, скажи, вот мы на стриме. Пожалуйста, разговаривай. Можешь спать. Ты ему наоборот не говоришь, что типа ты не стриме. Да, вот я и про то и говорю. Он что, придет, сядет сюда? Начнет рассказывать. Вот я ему каверные вопросы задавал. Спрашиваю, типа, кого бы выбрал, гиппопотама или слона? Только с серьезным ебальником. О, бля. Берегитесь. Пошла жара. Та-т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 а-. Берегитесь. Бля, как же охуенно завтра к 9 все-таки, а не к 7, ёпта, не к 8, блин. Bam!
Берегитесь. Бам! Блять, ну куда ты меня резал, блин? Я летал жестко, ну почему, блядь? Бам! Бля, надо с русскими искать, хуя знает. Нурик, ебать, еще ничего не отвечает, нихуя. Туманный гамбит. Туманный гамбит. Кто? Туманы гамбит чумные. Гамбит. Привет, 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 привет. Да ёпта, так не видно, так не слышно нихуя. Да, сколько уж мало русских осталось в игре. Это какой-то ужас. Ну где же Нурик? Где же Нурика? Где же он?
Ну, хуй, Нурика не будет, так что я сегодня один. Один-одинюшенек. Пошла жара. Ту-т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 у. Так. Сумонить, да, значит, надо? Или не надо? Надо или не надо? Блять, надо закрыть хотя бы 19-ку. Найдется работенка? У меня найдется все, что тебе надо. Иначе все херово. Бля, интересно, с чем булочки будут? С маком? Или не с маком? Будут или не будут? Ну где паладин у нас, ну? Так, если мы 19-ку закрываем туманы. В принципе, у улицы на этом аффиксе. Не, ну там у меня пати нормальная была, мы 19-ю закрыли быстро. А так улицы, в принципе, простые на этом аффиксе. Вроде как. Так, пользователи чата. Давай, давай, как обычно. Wait. Типа последним убиваем его и скипаем. Ну, go. Если закрыть туманы, будет хорошо. Трика. Так, получается 160 очков. Вряд ли. Five, four, three, two, one. Ну давай попробуем.
Капец, что он сбился? Ой-ой-ой. Не умереть, не умереть, пацаны. Спокойно. Так, отсюда здесь пылили. Так, это ударили. На мне? Да ну. Да почему? Откуда? Почему я? Почему? Как? Как так получилось? Постоянно такая херня непонятная. Ой-ой-ой-ой. Так, с этого сбил. Бить нечем, пацаны. Че он все единички пишет в чат? Че, грибы все разобрали, да, нормально? Берегитесь. Да зачем ты их ведешь сюда? Что ты делаешь? Или ты что-то знаешь? Берегитесь. Прихожу, конечно, без проблем. Берегитесь. 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 Ну, вроде пацаны не умирают, вроде крепкие попались на этот раз. Ой, с боссом посмотрим. Блять, Дэн звонит. Вот, сука, не вовремя, а. Я не могу взять. Бам! Почему он тебе не звонит? Почему мне? Тут такой момент. Блять, вот пизду. Берегитесь. Бам! Берегитесь. Бля, убейте вы эту хуйню. Чё вы, блядь, за... О, господи. Бам! Башем, блять, как не в себя, нахуй. Бам!
здесь. Бам! Пас. Бам! Тема нет, пизда, пацаны. Пиздарики. Бам! Еле как. Что на втором боссе будет? Хуй его знает. Чё просто а, потому что его шотнуло. Бля, я не знаю, как мы на втором боссе-то будем, если по меткам пацаны не играют. Тяжело будет. Берегитесь.
Берегитесь. Будет тяжело. Егор, откроешь? Чай с буком. Да. Чай с буком. Здорово, это Дэн. Знаешь такого? Что-то не припоминаю. Может, у него сезонное это? Ну, у меня прям пить в горле, у меня горло ебашло, пиздец, голова болела, гудела прям, и вот сейчас мне остался только насморк, в основном, немножко... Берегитесь. Так, понятно. Ты чего, вредишь-то? Давай чай будешь? Блять, ну вы чё, ёпта? Некогда мне. Давайте налью чай, ты будешь вопрос пить. Берегитесь. С дворником, что ли? Нет. Давайте. Я сейчас за Олей поеду, потом можно, кстати. В 9 заберу ее, потом можем погулять, если хочешь. Она в 9 заканчивает. Берегитесь.
А мне не ви. Берегитесь. Что это все? Ой. Чё, чайник сгорел? Берегитесь. Чайник сгорел, что ли? Нет, я его выключил сам. Я поставил, увидел, что он горячий, выключил. Лимон у вас есть? Нет. Берегитесь. Акбар. А, нервы в норме надо пить. Ебать. Я думаю, чаю больше, чем мне, наверное, да, лучше? Берегитесь. Беги, малышка, беги! Так, булочки где? Булочки в машине. Они в рюкзаке, где форма. Забыл за этих. Давайте быстрее. Нервы в норме, Валера. Может, тоже со мной нервы в норме? Пьешь? Нет. Не хочешь? Нет, точно нет. Я себе у вас здесь тусня. Это сложно дальше. Угу. Ты как всегда максимально лавил. Угу. В самых топовых шматках. Угу. Кто больше всего ножки? Там вот справа снизу написано. Зачем за ним, да?
bread. Фил получается. А пока нет. Это там, да, красный? Розовый. Розовый? Да. Слота. Пожина. Ой, боже, блядь. Берегитесь. А вар кто? Вар нет. Это вара? Да. Типа нахуй. Два демонолога, я и Хант. А Вар типа здесь хуйня или что? Просто не взяли. А так он, ну, вообще пиздатый? Берегитесь. Если умеешь играть, все пиздатый. Берегитесь. Ты бафуешь их? Наверное. Ну, это на чё бафуешь? На скорость. Заебись. Я же тоже буду профессионал бафуешь. Берегитесь. Ёп, стыдай. Видишь? Ты его не сможешь выхилить, да? Он очень далеко уйдет. Вы слишком близко. Берегитесь. Что за епись? А чё я не знаю? Только. Вы слишком близко. Берегитесь.
Ой, ёбки, они смогли. Он же воспитает вас. Ебать, у него 6% хп осталось. Эти баклоны просто. И все, блядь, или в 2 минуты осталось. Ну вот эти американцы ебучие. Shadowlands. И по я сегодня уже в зал сходил. Блин, ногу что-то защемило. Чё, в каком ценном магазине? Блин. Нормально. Нормально, ничего не поменялось. Ладно, давайте счастливо. Давай. Спишем чуть-чуть попозже. Я поехал за Ури. Да уж. Thank you.
Совет. Нахуй это совет? Чёрт. Или буду ган проебать?
хелта? Чего? Это жесть. Тысячи душ беспрерывно стекаются в зверинец. Мы не можем позволить себе упустить столько аним. Поторопись, пока их не затянуло утро. Хер знает, как это проходить, но, блядь, чуть попробуем сделать. Три ханта. Они же не жильцы, считай. Ну что ж, наркомания всякое бывает. Five, four, three, two, one.
как им все жить. Ну да, это изначально была хуёвая идея, просто наидолбейшая, блядь. 88к вот он выдал дамаг, и чё? Лучше. Они во всё наступили, везде, ну... И чё, и вот сейчас дамага по паку ноль. Сферы никто не играет. Такое себе, короче. Тупо. Тупо. Нет, блядь. Они же не живут. У них же нет выживаемости. Нет, я не могу. А? Я не могу. Нет? Нет. Че? Ну, я сказал, я не знаю. Не могу, я в инсте. Вообще, ну, блин, как это назвать, сперматоксикоз или что это? Three, two, one.
выключишь, то оставь. Оставь, оставь. Беги, малышка, беги! Берегитесь. Беги, малышка, беги! Берегитесь. Беги, малышка, беги! Че? Слишком далеко. Ой, ёб твою мать. Че за псах-код просто? Беги, малышка, беги! Бля, три ханта, они же не могут не отхилиться, нихуя ничего. Чё? Бля, вот это прикольно, конечно же. Малышка, беги!
вот тяжело, пиздец. Берегитесь. Берегитесь. Бля, по идее у нас дома и так дохуя хватает. Берегитесь. Мне чисто просто хилить надо. Берегитесь. Блять, ну куда он несется, ну сука. Берегитесь. Берегитесь. Блять. Похиль, блядь. Все под все подставляются. Let's continue. Не достаю. Слишком далеко. Блять, опять он мне звонит, да ёб твою мать! Ну почему? Чё я ему такого сделал?
Ой, блядь. Лекарный, сука. Блядь, надо что-то с кастрюлей придумать, ведь. Алло. Привет, можешь говорить? Да. Она мне позвонила, говорит, я пойду жаловаться в страховую, я все адреса узнала. Ты когда отдыхаешь? Я говорю, ну... Ну, я понял, да. Кто белье-то купит, ты чё? И когда мне... Чё мне делать-то? Понял, мне что делать? Мне типа, что, выходной ехать куда-то с ней или что, что? Ага.
просто покупать куда? Чего, ехать что ли куда-то надо или что? Короче, мне только денег перевести и позвонить сказать, что я продам ее чулки на Авито. Я позвоню, я не пойму, что она хочет, во-первых, она... Ну, блядь, пиздец, это...